Вот сейчас, не дай вам Господь, побежать всем в программисты, которые не нужны. Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся. Они нам не нужны, потому что нам программисты уже сегодня не нужны. Люди, которые работают в DevOps, это уже не программисты. Это постановщики задач, тестировщики и люди, которые обладают навыками программирования какого-нибудь из языков. Все. Вот такое вот, принесите мне техническое задание, я вам сейчас набью алгоритм, такие люди не нужны уже, все.